Песня, с нее все началось в плане, ну, с детства я имею в виду. Потому что была такая Джессика Роджер в мультике, кто подставил кролика Роджера. Она такая рыжая бестия, она делала так платье, вот так. И шла в темноту, там все мужчины сходили с ума. Все такие, и вот я маленькая, мечтала, чтобы так же было. Вот. Как бы все, в принципе, сбылось. Спасибо. Поэтому я хочу спеть эту песню. Спасибо, Джессика. Why don't you do right?
Страсть не стынет и не умрет. Когда мы любим,
не ожидала такого же счастья, как у меня. Эта песня была Ольги Моралес и «Асен». Не моя песня, я об этом обязательно должна сказать, потому что люди старались, писали и знали, о чем писали. А вот дальше будет одна из моих тоже любимых песен, ее Наталья Кул поет, я вообще Наталью Кул тоже обожаю. И вот под эту песню обычно, вот там есть дальний столик, обычно девушкам делают предложение под эти песни. Ну, как бы это моя подружка, мы не то чтобы договорились, они уже как бы, ну, месяца три вместе, четыре. Он ей очень нравится, она ему тоже. И, в принципе, если бы так произошло, что во время этой песни, то я бы и на свадьбе на вашей спела ее абсолютно бесплатно. Настя, да, это про тебя. Ты мне улыбалась. Поехали. Кстати, абсолютно бесплатная реклама. Thank you.
Нашего бас-гитариста, да, легендарного человека, музыканта. Ну а как композитор, вот послушайте, какой он. Поехали. Thank you.
сегодня. А давайте попробуем теперь вас раскачать немножко, попоем. Очень простое все. Потом усложним для вокалистов. И... Пошли вокалисты собрались. Да, я вот говорю, даже вижу. Так, а вот сейчас я хочу на сцену пригласить вообще в моей жизни играющую очень большую роль человека. Это моя подружка. Мы с ней дружили, ну, еще с училища музыкального, еще с Екатеринбурга. И уже когда сюда переехали, опять здесь дружили. А вот потом на почве материнства мы сдружились еще больше, потому что мы бесконечно это все обсуждали в WhatsApp, днем и ночью, там, а у тебя, а у меня, там. Вот, и, а потом этот человек взорвал первый канал и взорвал всю страну просто своей энергетикой безумной. Порвал Диму Билана, вот после, он не мог уже, просто прыгал как сумасшедший. Значит, это у нас финалистка первого сезона шоу «Голос». Потом она спела с внуком Аллой Борисовной. Было что же. Кстати, Алла Борисовна подарила ей свою звезду. Знаете, есть такая звезда Аллы Борисовны Пугачевой. Не все вообще получают эту звезду. У меня, допустим, нету, как бы я ее не любила. Но я думаю, что будет. А вот у Ольги Кляль есть. Да. Здравствуйте, друзья, как настроение? Sometimes selling
Столько юмора, потому что в WhatsApp мы обсуждаем более серьезные дела. Друзья, на самом деле я хочу вам сказать, что Ира – это мой заряд батареи. Потому что с утра начинается: «Привет, Оля, мы переехали, мы тут сделали это, у меня тут ремонт, я тут это, у меня тут Алена, а у меня тут муж, я тут, моя мама приехала, у меня концерт, я полетела в Турцию, пока». То есть, и это все происходит в течение дня, и я на следующее утро опять хватаю телефон, там куча новостей, и мне хорошо. То есть меня прет, это, собственно, моя личная батарейка. Друзья, я хотела сказать, что спасибо каждому, кто пришел сегодня сюда. Я знаю, как Ира переживала, как она волновалась, и когда ей администраторы сказали, что здесь практически полный зал, Ира так была очень довольна. Вот. Так что, друзья, спасибо всем, кто сегодня пришел. Хорошего вечера, друзья! Концерт продолжается! Спасибо, Оля! Ой, заглянь! Песня я уже подлета буду. Называется «Мы пойдем с тобой гулять». Это Макс Сапрыгин написал. Очень талантливый парень, очень талантливый композитор. А аранжировал это все Ваня Панферов. Но, по-моему, его сегодня нету, да? Но есть жена его. Есть, она фотографирует. Вот, передадим привет. Вот. Вот, спасибо.
следующая песня. Мы вообще быстро как-то идем, да? Меньше говорить? Или как там организатор? Нет? Можно, да, мысли свои изъяснять? Ладно, спасибо. Вообще, следующая песня — это классика, это Гершвин. Вообще, что такое классика для меня в моей жизни? У меня вот мама сидит, она, собственно, да. Вот мама — это человек, который чисто классический, который вообще, ну вот любит классику джаза, которая все это мне прививала, если бы не она, я бы пела песни, хиты Дианы Гурцкой, Натали и прочих тех, кто мне нравился в 12, Тату. Вот. А мама как-то вот садилась, сразу же переключала кассету. Я знала, что вот это Гершвин, вот это Шопен и так далее, и тому подобное. И заставляла меня заниматься. Все нормальные дети бегали на улице, а я играла, играла, играла. Но вот теперь я хочу сказать большое спасибо за терпение. Она вот на самом деле, пока мы тут покупали квартиру, в общем, поздравьте нас. Спасибо. Да, она все время это была с нашей маленькой Аленой, про нее я отдельно спою песню. И помогает нам всю дорогу целый месяц, она с нами везде тусуется, ездит, она с ее рук не снимает, то есть она везде нам помогает просто адски. Вот с таких, вот с таких лет она помогает, всю жизнь на меня положила, поэтому спасибо тебе большое. Спасибо, мысль. И папе спасибо, и бабушке, ну просто мама вот здесь есть. Поэтому вот Summertime Гершвина, без нее просто невозможно обойтись. Поехали, ребята. Thank you.
children play. And the curtain is high. So случилась штука со мной после беременности и родов. Вообще, ну, мне до этого, конечно, приходили в голову мелодии, а тут меня прям ударило. Прям, знаете, прям идешь, тебе бах, вот так. И тебе срочно надо диктофон, и ты такой ищешь, так находишь. Ну, мне просто интересно на самом деле, чтобы об этом по всем подумайте. Вот сейчас будет колыбель, это для Алены я написала песню. Вот. Вот скажите, что прям фу, не буду больше никогда писать. Дайте мне на секундочку ее, да. Поехали. Ой, мы еще пока падаем, нам еще более прикольно. Слышно, сопит наш малыш, все у нас впереди. Ты спи, засыпай, мой малыш. Ласточка моя, как же я люблю тебя. Спи, нежный голос мой услышь. Это зайка моя. Но в душе навсегда спереги, и весной запоют соловьи. Только ты не грусти. Кот мягкой лапкой обнимет тебя, теплым ветром разбудит земля. Все у нас впереди. Yeah.
Спасибо большое. Спортсмены подтягиваются. Спасибо. Ой. А дальше у нас, значит, песня. Ой, я очень тоже люблю песню «Every Breath You Take» Стинга. Стинг, он вообще, мне кажется, просто великий человек. Ну, что я буду рассказывать? Я о Стинге. Просто давайте петь. Кстати, вот Ярослав и Болдин, он тоже с самого-самого начала. Потом к нам Коля Суровцев подключился, чему вообще не сказал, нам рада, потому что это тоже наш уралец. Мафия подтягивается наша. Артем Архипов, я его уже, да, представляла. Ну, давайте еще разок ему поаплодируем. И Анечка Березина. Так,
А вот сейчас, вот, кстати, по поводу колыбельной, я потом вас еще узнаю, если у меня будет возможность. Или напишите мне куда-нибудь, если не будет. Отлично! Отлично, да? Пишем дальше. О, спасибо большое. Спасибо. Тогда вот следующую песню тоже спою, тоже моя. Вот. Ну, девочки меня поймут. Девочки вот такие, знаете, которые девочки, которые красивые, у них очень много поклонников, и они вроде бы как бы не хотят всех обидеть. Вот, и да. И иногда они ошибались в жизни. И вот, прошу прощения у всех хороших мужчин, которых я обидела когда-либо. У парней, у мальчиков, даже в садике. Вот, и спасибо моему мужу. Это лучше вообще, я не знаю. Да, спасибо тебе. Он вообще все терпит. Он везде меня поддерживает, везде помогает. Спасибо тебе огромное. Вот видите, даже сейчас он сидит с ребенком. Ну просто я не знаю. Эталонная история, да? Ребенок в банке чистый, плачет. Не перемазан фломиками. Все, поехали. Да, «Если бы ты раньше знала», называется песня. А поможет нам Николай Суровцев. Yeah.
мне так приятно, и все с цветами. Спасибо большое. Валентин Дмитриев, саксофон наш. Елена, можно попросить тебя? Вот Милена, я знаю. Конечно, я знаю этот ползал. Ну что, мы же только начали в массы толкать наши, как это называется там, авторские песни. А эта песня как вам? Ну конечно, я просила, да, что бы вы еще могли сказать. Ой, Сережка. Хотите правду, мы чужие, зачем вы замечаете, но ее хочется петь? Серьезно? Вот правда, я вас не знаю. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Вот прям вообще. Спасибо. Запомнили. Так, а дальше песня «Дождь». Да. Она тоже грустная. На самом деле, я так вот с юмором рассказываю про всякие там истории, типа «Не обижайте». Да, на самом деле, не обижайте любимых своих людей. Ни друзей не обижайте, никого не обижайте. Это очень важно. Правильно, Юрочка. Заболела, да? Если это
верила. Спасибо большое за вазы, ой, за вазы, цветы. Кстати, помнишь, Саша, да, я тебе вазы дарила? Вот у меня друг Саша Иловских, он тоже очень такой, очень поющий, паю. Вот. И у него всегда, ему всегда дарят цветы, цветы, цветы. А я тут взяла и принесла ему вазы, потому что ваз у него нет, а цветы у него постоянно. Давайте ему поаплодируем. Он сегодня тоже должен был спеть со мной. Но так как он парень занятой, он Александра Александровна постоянно гастролирует, с утра до ночи не ездит, концерты, концерты, концерты. И мы просто с ним не успели подготовиться. Ну. А вы экспромтом? Экспромтом? Да, да, да. А может быть, да? Почему нет? Да? Всем привет, Бесси? Да. 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 Давай. Давай, на. Нет? Да? Ну давай. А, да, с цветами? Ты мой уголек загорелый. На, нет. Yeah.
знаете? Но вот слышали, да, так и длинную ножку тянул. Вот мы в училище музыкальном, когда вместе учились, у нас на Николаевна Захарова, преподаватель по ансамблю, она так засекала время, и мы на время тянули. И вот Саша, ему хотелось кричать: «Бабелов, задыхай!» Потому что все уже умирали, а Саша все время дышал, дышал и пел. Саша, рекорд до сих пор не побили там. Не побили? Нет. И рекорд, да, не побили. В Екатеринбурге все знают, что Саша Ловских — это рекордсмен по самому длинному дыханию. Кстати, знаете, тут бабушка недавно, 50 лет ей, да, по-моему, Андрей? 50 лет, она 9 минут под водой ушла, под воду и не дышала. Твоя конкурентка, Саш. Знаешь, к чему стремиться. Иди развивайся. Спасибо. Ты прекрасна. Спасибо большое. Вот эта песня, конечно, колыбельная. Просто невозможно. Спасибо большое. До глубины души. И еще вот, которая через одну была. Да потом. Спасибо. 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 Сейчас мы споем последнюю песню. Не последнюю, нет, как летчики говорят, крайнюю песню. Вот. Она тоже моя, тоже грустная. Тоже вот про все писалось, про что знаю. Вот. Поэтому, кстати, вот я еще хотела несколько человек еще поблагодарить, да? Спасибо всем, кто пришел. Вот друзья Андрея пришли, муж его. Вот тетя Лариса, я вот нам уже дети Володи тоже пришли. Это наши бывшие соседи. Спасибо. Спасибо большое. Вот. Отдельно Валентина Дмитриева, саксофониста. Молодец, спасибо. Лео Ульянов, который вообще всю эту телегу тянет к себе. Видите, только платье меняли, у меня вообще, у меня взятки гладкие, а он их всех собирает, молодец. Артем Архипов, барабаны. Ярослав Аболдин, автор и композитор. Я вот просто смотрю на тебя и смотрю на Олю. Николай Суровцев, консерватория. И вот Оля, я забыла сказать, что она еще и композитор. Она тоже пишет песни. И вот вы можете зайти в контакт, там группу ее и так далее, и послушать. Это правда очень здорово, и это заберет за душу. И Аня Березина Конги. Она вот меня обиделась на самом деле, потому что я ей писала и говорила: «Анечка, Аня, скажи, что про тебя писать в афише?» Потому что мы сначала просто перечислили фамилии, а Райк нам говорит: «Ну что вы, ну что это такое вообще? Вам же есть чем похвастаться, расскажите все свои регалии, в конце концов. Ну, мы так не любим хвастаться». И тут я звоню Ане, говорю: «Аня, давай рассказывай все-все-все, что ты». И Аня не берет трубку, Аня просто уехала куда-то по Европе гонять. И все, из нее тоже взяты гладки, и все, ее нет, собственно. И тут я вспомнила, где она работала. Она работала у Стаса Михайлова и у Олега Меньшикова. И вот это я ей написала. А она же такая вся кубинская дива, она же училась на Кубе. И она совсем не попсовик. И она очень обиделась на меня. И вот видите, она там стоит в уголочке и не каждую песню даже играет, сказала: «Я тебе этого не прощу». Вот я хочу отдельно сказать, что она очень талантливая девушка, и она очень много чего умеет. И не только Стас Михайлов. Нет, извините, я должна остановиться. Вот. Всех поблагодарила. Вроде бы, да. Друзей, конечно, которые пришли, спасибо большое. Клуб Алексея Козлова, спасибо большое. Арайк, спасибо большое. Андрей, звукорежиссер, спасибо огромное. Алексей, звукорежиссер, спасибо огромное. Бармены, спасибо, Лап, ты чудесный был, просто. Всем спасибо. Поехали, последнюю песню. Крайне. Милый мой, прости, умоляю.
как долго молила я у Бога, нет меня счастливей. Почему же грустно? Потому что знаю, что сердце твое пусто. Потому что знаю, что в этом виновата. Но поверь мне, грешный, я была распята мыслями своими, что не дают покоя. Можешь ненавидеть, я даю безбоя. Спасибо большое. Приходите к нам еще, пожалуйста, какой-то скомканный наконец получается. Ну, я не знаю, все, спасибо, расходимся. Thank you.
играющий. Все поняли? Спасибо. Да. Let it come.